Всем привет! Сегодня 4 сентября 2022 года, 5:45. Взял специально фотоаппарат-мыльницу. Здесь матрица побольше, может, думаю, увидит свет, потому что очень пасмурно, идет дождь. Прямо такое все мокрое, чтоб хоть какое-то видео записал. Так что только встали, собаки даже не стали выходить. Говорят, ты там вещай, мы посидим. Ночь сегодня была такая. Только начал засыпать. После полуночи, как громыхнет два раза. Сон как рукой сняло. А ну и так засыпаешь, тревожно. И вот первый сон, только мозги размякнут. И тут тебе на. Проснулся, лежу-лежу, прислушиваясь, где что. Тут сразу пару минут прошло, еще один раз как лупнет. Я ж читать в чатах. Ну, никто ничего. Тоже и на Северном громко, и на Артема слышно. И такое уже несколько дней. Интересное такое наблюдение. Люди пишут. Так, ну дождемся тревоги и будем ложиться. Ну, а проснулся я сегодня 3:30. Слышу шум воды. Я думаю, блин, или краны пооткрывал, жду воду, все ловлю. Нет воды до сих пор. Вот. Ну, думаю, наверное, что-то бурлит, вышел, это дождяра идет. Сейчас как-то поутих, капают такие одиночные капельки на улице, плюс 8. Ну, ветер такой холодный. О, выскочила. Видно, какая-то ворона каркнула. Или какая-то собака пробежала. Вот если видно, деревья прямо колыхает. Так что день начинается, сейчас буду уже вставать. Сегодня в церковь. Надеюсь, там дорогу сильно не размыло. Так что всем хорошего дня. Будем ждать официальной информации, что там было. Пока.